Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре – FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. 19 мая 2024 года вечером компания Blizzard убила лягушек. Теперь малые амулеты удачи не падают с них. А малые амулеты удачи менялись на сундучки, и мы получали кучу ниток. Но на текущий момент и так есть неплохое место фарма, сердце страха. Мы чистим трэш до первого босса. Да, конечно, с какой-то стороны опасно, имеются мобы по типу щитоносец, которые нас оглушают. Мобы являются элитными, они делают много дэмэджа по танку, например. И, быть может, соло вам будет некомфортно, но мне на Blood ДК в целом кайфово. Имея хорошие статы, имея хороший гир, полностью весь, кроме ожерелья, мне в целом нормально. Да, когда оглушают, жму незыблемость, но при этом продолжаю жить. Можно, конечно, фармить и мини-группой какой-нибудь из 2-3 человек, даже из 5 или даже из 10. Помним то, что это рейд, его нужно обновлять после каждого выхода. И таким образом мы можем сделать 10 заходов за 1 час. Один заход у меня, соло, занимал 4 минуты. Количество ниток, которые я вылутал, меня в целом радует. Сравнение статов будет в самом конце видосика. Экран будет поделен на две части. Внизу то, что было до старта фарма, а получается вверху то, что стало после окончания фарма за 4 захода. То есть получается примерно за 16 минут там хпшка увеличилась на 50 тысяч, и статы выросли где-то по процентику по полтора. В общем, все абсолютно увидите. В целом пулим паки, берем ауе таланты, возможно инвайтим своих друзей, и фанимся на фан-режиме, замечательном, интересном, в виде Пандария ремикс. Чистим трэш, фармим нитки, апаем плащ, усиливаем своего персонажа и смотрим на замечательные цифры. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!